Всем привет, дорогие друзья! С вами Неудержимый и ресурс WhatTop.ru. В этом видео я вам расскажу про мод «Подсказки к навыкам и умениям». Для начала давайте установим этот мод. Для этого нам надо зайти на сайт WhatTop.ru, открыть вкладку «Моды», далее выбираем наш мод и нажимаем «Скачать бесплатно». Открываем скачанный файл, копируем папку «Scripts», переносимся в папку с игрой, открываем папку «ResMods», далее открываем папку, соответствующую нынешней версии игры, и вставляем в нее папку «Scripts». После этого мод будет установлен. Если у вас уже установлены какие-либо моды, то вам, возможно, будет предложено произвести замену каких-либо папок или файлов. Вам нужно будет просто подтвердить каждую предложенную замену, и мод также будет установлен. Итак, для чего же нужен этот мод? Более всего он будет полезен новичкам, так как они еще не успели освоиться в игре и не познакомились с системой перков. Хотя и опытному игроку этот мод может пригодиться. При наведении курсора на какое-либо из умений члена экипажа выводится окно с описанием этого умения, но иногда информация, содержащаяся в этом описании, может быть недостаточно. Данный мод пополняет эту информацию, показывая, какой бонус какой-либо характеристики дает прокачка 1% того или иного умения, а также расширенную справку, включающую в себя важные нюансы. Мод очень простой, при этом довольно полезный. Что ж, на этом у меня все. Если вам понравился этот мод, скачивайте его с сайта whattop.ru. Ну а с вами был Неудержимый. Всем удачных полях сражений, всем пока.